Я не понимаю, почему у меня все время делают уколы. Я очень боюсь. Я чувствую, как рай растет мне с каждым днем. У меня дома сестренка, и она меня очень ждет. И я ее давно не видел. Я так по ней скучаю. Могу ли я вернуться с мамой домой? Или рак победит? Это очень странно для мальчиков, у которых 5 лет. Я не хочу заболеть. Это нечестно, я ничего плохого не делал. Я не хочу больше страдать. Но мое тело не станет все работать. Меня это очень пугает. Единственная иммунстанция – это дорогое лечение. Это лечение – это мой единственный шанс. Шансов не будет. Не дайте мне уйти. Не дайте раку победить меня. Я уверена, что вы мне поможете.